мы находимся недалеко от поселка Пилсканс, где в 19 веке был похоронен русский генерал-фельдмаршал Федор Федорович фон Берг. Человек очень интересный, хотя, к сожалению, не столь знаменитый в России, как другие генерал-фельдмаршалы. Ну, может быть, в контексте Латвии можно стоит упомянуть особенность, что он, будучи немцем, тем не менее, говорил на латышском языке. Вот он был похоронен в таком фамильном склепе вместе со своими родственниками. Теперь мы, как видим, тут полная разруха. Практически ничего не осталось от захоронения. Но если мы поднимемся наверх, то увидим там надгробные плиты. Не знаю, как они там оказались. Были ли они там изначально, или их туда закинула нелегкая судьба. Но факт остается фактом. И что интересно, эти плиты многие уже вросли в землю, но мы их откопали, и даже на них можно что-то прочесть. И вот мы сейчас попробуем узнать, кто из фон Бергов здесь был когда-то похоронен. В этом явно красивом некогда мавзолее, склепе. Ну вот одна плита лежит, наиболее хорошо сохранившаяся. И здесь мы видим, что похоронен Александр Рейнберт Иоахим граф фон Берг. А родился он 18 февраля 1847 года и умер 10 февраля 1893 года. Если не ошибаемся, это племянник генерал-фельдмаршала, который стал его наследником, потому что сам русский военачальник, к сожалению, умер бездетным. Но чуть выше мы видим следующую памятную плиту. Ее пришлось как следует откопать, но мы теперь видим, что это плита на могиле Магнуса Рейнхольда Кристофа фон Берга, который родился 24 мая 1799 года и умер 16 июня 1879 года. По всей видимости, это младший брат генерал-фельдмаршала. Вот есть еще одна такая плита, но здесь совершенно непонятно, наверное, она просто вверх тормашками лежит, мы там ничего не смогли разобрать. А следующая надгробная плита, довольно тоже неплохо сохранившаяся, видно, что написано Густав Готхард Карл фон Берг. Так, родился 9 октября 1796 года и умер 1 мая 1761 года. По всей видимости, тоже был брат генерал-фельдмаршала. А дальше плита с эпитафией. Плита, по всей видимости, отца генерал-фельдмаршала, потому что на ней написано Фридрих Георг фон Берг, родился в 1763 году, умер в 1811 году. Ну, однозначно, по всем датам получается, что это отец его. И вот еще несколько памятных плит женских представителей рода фон Берг. Наверное, одна из них была женой, да, генерал-фельдмаршала, если не Гертруда, да. Ну вот, видите, они еще не только, они и разбиты их. Поэтому трудно прочесть. И вот еще есть одна в самом дальнем месте. Еще две плиты, точнее. Так, здесь у нас кто? Константин фон Берг. Так, Гешторбен. Да, умер в детстве. Вот, жаль, конечно. Так, и вот еще последняя плита. Здесь у нас кто значится? Хелена. Хелена фон Берг. Гебурт, урожденная урожденная Функе. Родилась в 1763-м, умерла в 1785 году. Ну, очевидно, мама генерал-фельдмаршала или мачеха, если его отец был женат дважды, да? Надо будет, короче, уточнять. Это, конечно, все по родословным. И еще одна фотография. Ну, на самом деле, то, что мы показали, это лишь часть. Вот видно, что еще есть одна надгробная плита, которая совершенно заросла. Ямы, это, наверное, кто-то пытался гробокопательством заниматься. Они думали, что дворян хоронили с их драгоценностями. Но это чушь, конечно, полная. Увы, только привела к ненужному вандализму. В общем, очень жаль, что, конечно, до нас здесь побывали вандалы, которые привели это замечательное захоронение замечательных россиян в такое нехорошее состояние. И, конечно же, еще больше жаль, что ни одна власть так и не взялась за то, чтобы восстановить это памятное место.
И, к сожалению, мы так и не нашли надгробную плиту самого генерал-фельдмаршала. Либо она просто там где-то перевернута, либо вот совсем так же закопана, как последняя плита, которую я показал. Ну, либо она просто куда-то расколотая делась. И... В общем, в любом случае, да, здесь на самом деле огромная работа предстоит для археологов, историков. И я надеюсь, что все-таки когда-нибудь у кого-нибудь дойдут руки до того, чтобы все это... восстановить. Ну, вот такой длинный эфир получился, но, поверьте, он будет еще длиннее, если мы будем рассказывать о том, кем был генерал-фельдмаршал фон Берг. Ну, вкратце я, конечно, дам под видео несколько ссылок на информацию о нем. Ну, вот небольшой постфактум. Еще недалеко от мавзолея, склепа, найден осколок надгробной плиты, где написано, что похоронен некий Готхард Эрнст фон Берг, Русише Кайзерлих М. Ну, наверное, скорее всего, майор русской императорской армии, рожден 9 октября какого-то года, умер 27 февраля какого-то года. Ну вот, по этим отрывочным данным будем пытаться установить, кто это. Так что да, наше предположение было верно. Здесь на самом деле еще много чего можно найти. Ну и вот возникло такое предположение, что, может быть, сам генерал-фельдмаршал был похоронен в самом мавзолее, а вот по периметру его родственники. Ну что ж, будем искать информацию, чтобы проверить это. Подтвердить или опровергнуть. Так, еще постскриптум, потому что, ну вот, совсем недалеко, где-то в 50 метрах от мавзолея, будем так говорить, вот находится такая фигурная урна с гербом. Очевидно, герб фон Бергов. Вот, второй, с другой стороны, мы не нашли, ну, или расколото, или в яме где-то совсем зарыто. В общем, еще тут находок, ого-го, сколько может быть.